Я потом, а мать была в другой комнате. Лег спать, еще не спал. И потом такой хлопок, ну как, удар, взрыв. И мне на этот, на постель посыпались эти осколки какие-то. Ну что-то, ну упало, короче. Возгорание. Ну вот, обломки. Начал. Ручка, я так принял. Полдома нету, полдома. Палец. Ни стекол, ни окон, ни вообще. И пол крыши нету. Женщина, лежи, пожалуйста. Я не могу лежать, у меня голова кружится. Я сейчас вырву. Хорошо, вырву.